Здравствуйте. Сегодня мы сделаем вот такой джинсовый цветочек. Для него нам понадобится джинсовая ткань, нитка с иголкой, клеевой пистолет и ножницы. Берем джинсовую ткань. Я вот уже вырезала круг и даже нарисовала на нем круги. Нам понадобится линейка, ну или циркулем, чем вам будет удобнее нарисовать круги. У меня круг большой, 26,5 сантиметров диаметром, маленький 8,5 и средний 17,5. Достаточно большой. Начинаем просто прошивать по малому кругу. Закончили, начинаем стягивать. У нас вот так внутрь. Затягиваем посильнее и закрепляем нашу ниточку. Второй круг также набираем и стягиваем. Второй ряд сильно не стягиваем, расправляем наши складочки. Закрепляем ниточку. Первые два ряда мы собрали, собираем третий ряд таким же образом. Чуть-чуть отступаем, примерно 5 миллиметров.
Затягиваем, расправляем. Закрепляем ниточку. Вот такой цветочек у нас получился. Я немного закрепила там, где сильно выпирала. Теперь хочу закрыть капюшончиком нашу тыльную сторону. Цветочек.